Умная техника, гениальные изобретения, нетривиальные решения и много высоких технологий. В эфире телеканала Хабар 24 проект «Хай-Тек» в студии Иван Тулинов. В течение следующих нескольких минут мы расскажем, как будет меняться наш мир благодаря технологиям. Самая маленькая новогодняя елка в мире. Ее создала Маура Вильямс, студентка физического факультета. Размер деревца примерно как у спирали ДНК, а состоит она из 51 атома. Маура использовала оборудование, которое значительно больше по размеру, чем сама елочка. Это был сканирующий туннельный микроскоп, который способен сканировать отдельные атомы для создания небольших структур. Так, буквально атом за атомом, после измерения квантовых свойств каждого, девушка и собирала микроелку. Для сравнения, человеческий волос в 40 тысяч раз шире, чем творение Мауры Вильямс. Размер деревца 4 нанометра в высоту, это 4 миллионные доли миллиметра. НАСА отправит в космос капсулу с неисправностью. Представители космического агентства США сообщили, что в следующем году капсула для экипажа корабля «Орион» отправится к звездам как есть, то есть без замены сломанного оборудования. Ранее было обнаружено, что один из энергетических инструментов вышел из строя. Инженеры обдумывали, заменять ли прибор перед полетом или нет, и в конце концов решили, что уровень резервирования мощности достаточен, чтобы вся капсула выдержала нагрузки и без отказавшего элемента. НАСА уверена в работоспособности всей системы электропитания и данных, которая прошла через тысячи часов испытаний, написало агентство в сообщении в официальном блоге. Речь об одном из 8 блоков питания на корабле, необходимых для активации ряда функций во время полета капсулы. Он находится в довольно труднодоступном месте, в адаптере, который соединяет капсулу «Орион» с ее сервисным модулем. Замена PDU могла бы занять от 4 до 12 месяцев. Пришлось бы разбирать аппарат или сверлить его внешние стенки. И это могло вызвать перенос даты запуска «Орион». Вместо этого НАСА решила просто не менять PDU. Инструмент все еще может работать, но он просто потерял один из каналов питания, используемых для резервирования, пояснили в агентстве. Во время полета на борту этого космического корабля не будет людей. Кольцо может заменить компьютерную мышь. Гаджет под названием Snowball и в самом деле имеет функционал, как у данного манипулятора. Впрочем, его можно заставить выполнять еще довольно много функций. Snowball не ограничен необходимостью использовать оптические датчики и двухмерную поверхность. Вместо этого он высвобождает способность управлять устройствами во всех трех измерениях, даже учитывая вращение и наклон. Контроллер с 9 степенями свободы позволяет управлять ноутбуком, смартфоном, телевизором, игровой консолью или даже VR-гарнитурой буквально одним движением пальца. Внутри множество датчиков, которые помогают отслеживать движение, вращение и жесты. Snowball подключается к устройствам через Bluetooth. Гаджет чувствует свое положение в пространстве, может работать как VR-контроллер, управление с его помощью довольно простое и интуитивно понятное. В устройстве используется машинное обучение, со временем оно будет лучше понимать жесты пользователя и различать повседневные движения, например, эмоциональные жесты от жестов управления. Также кольцо-манипулятор позволяет придумывать и использовать затем свои собственные движения для управления. Найти и профинансировать запуск устройства в серийное производство можно на платформе для краудфандинга Kickstarter. Спортсменам нужна кожа рептилий. Именно она сможет предотвратить травмы или улучшить реабилитацию после них. Студентка-дизайнер Натали Керрис разработала искусственный материал, который похож на чешуйчатую кожу некоторых хладнокровных или на чешую рыб. И она возлагает на разработку большие надежды. Современные защитные и поддерживающие приспособления, такие как гипсовые повязки или бинты, постоянно ограничивают подвижность, что может привести к снижению мышечной силы и тонуса мышц в пораженной области. В носимом устройстве Scaled используется алгоритм для настройки взаимосвязанных элементов для каждого пользователя. Электроника повязки опирается на вводную информацию, пользователь указывает, на какой части будет носиться искусственная чешуя, затем алгоритм вычисляет геометрию движений человека и подстраивает работу всей повязки под эти параметры. По словам Керрис, такая умная чешуя может предотвратить травмы, не ограничивая движение, и ее можно использовать для реабилитации спортсменов и даже улучшения спортивных результатов. Керрис участвует в проекте предпринимательства Global Grad Show. В случае успеха ее разработки она может получить грант в 2 миллиона 700 тысяч долларов на запуск бизнеса по производству носимой умной чешуи.